Привет, я Мак. А я PC, и время сыграть в игру «Выбери Висту». Что происходит? Виста продается в 6 разных версиях, и я не знаю, что выбрать. Я могу потратить много денег и получить функции, которые мне не нужны. Или я могу потратить недостаточно и не получить нужные функции. А у macOS всего одна версия со всем, что нужно в комплекте. Это скучно. А это весело. Давай, большая операционная система. Большая операционная система. Вам нужен апгрейд. Ты так и задумал?